Когда миллениал отдыхал от дел, листая приложение, взять акции захотел. Прошел недавно курс с инфо-цыганским чертом, крипту тот предлагал и акции зашортить. Причем он восхвалял, хоть это стыд и срам, сказал, дивиденды заполнят твой карман. От этой болтовни задергался мой глаз. О, разумные люди, это песня для вас. Инфочу не платите чеканной монетой, чеканной монетой, о-о-о. Инфочу не платите, аукнется это. И вот миллениал подряд все понабрал, он думал с плечами удвоить капитал. Но вот произошел, на рынке перевал, и акции в минус он плача закрывал. Чтоб все не потерять, смотри ты на баланс, и Баффета слушай, всегда он за нас. Зачем вам инфачи, никак я не пойму, все есть в финансграмме, тогда бесишь не будь. Инфачу не платите чеканной монетой, чеканной монетой, о-о-о. Инфачу не платите, аукнется это вам. Инфачу не платите чеканной монетой, чеканной монетой.